Это игра нахуй. Многие просто думают, там были какие-то шизики, которые говорят, что это, блядь, какая-то хуйня, что это реальная жизнь. Но по-моему, вот что не хватало геймдеву, вы понимаете, мы постоянно куда-то мчимся, какие-то технологии, графики, какая-то еще мега-графика, да мне так уже хуй положить, правда, у нас бежит у тебя перс костыльный какой-то, и графика у тебя охуенная, 4090 купи, а разницы нету вообще, я не вижу разницы по графике, все, мне кажется, мы достигли предела, дальше невозможно графику улучшать, ну то есть... Я уже не вижу различий, например, каких-то либо. То есть высоких от ультра, например. В каких-то играх, например. И они, вот и следующие видеокарты мощные выйдут. Зачем? Мы достигли рая. Игры уже выглядят как реальная жизнь по графике. Работайте над анимациями. Вот почему я, блядь, говорю, что это пизда. Гениально, что камера здесь есть. А, это боди-камера. Она трясется, руки там двигаются. Охуеть. Вот что не хватало, нахуй. Какая графика? Shots fired! Может, кто-то не видел, я не знаю. Посмотрите. Это разъёб просто. Единственное, что я не знаю, какого жанра она будет. Я так думаю, что это будет ебаный Escape from Tarkov. Это будет очень грустно. Потому что я ненавижу Escape from Tarkov. Нет? Точно? Все хорошо. Просто она еще может быть как Ready or Not. Там лор будет. Блин. Тогда это ебейшая игра, нахуй. Посмотрите, охуеть как. Знаете, что меня еще радует? В эру того, что мы с вами постоянно видим абсолютно отвратительные трейлеры, по которым нихуя не понятно. Челы дропнули геймплейный трейлер. То есть, эта игра, вот она. Как анимация работает, как все двигается. Охуеть, можно посмотреть уже. Просто разъеб. Xiaomi потянет, очень смешно. Выкинь на помойку свой Xiaomi. Играй, блядь, Brawl Stars, это твой максимум, блядь. Ой, дрон въебался. Нет, я не токсик. Просто когда 95-й человек шутит о том, ну Xiaomi потянет, это не смешно. Ты, как и остальных 20 человек, пошутил одно и то же. От этого шутка менее смешнее стала, если честно. Я вообще считаю, кстати, если без приколов, то что телефонный гейминг руинит вообще все, потому что телефонный гейминг, он фри-ту-плейный весь. И я смотрю на людей, которые в киберспорте на телефонах играют. Мне кажется, больные люди хоть чем-то болеют определенно. Вы видели вообще, как они телефоны держат? Ну, просто... Кто-нибудь видел это? Катю, с днем рождения! Спасибо большое за донат. А что с камерой, блядь? Все норм с ней. Нет, я хочу с вебкой. Бля, имба. Where the f*** is Oscar?